После двух видов многоборья среди девушек 2006-2007 годов рождения лидер Полина Фоминых Академии легкой атлетики 202 очка. Второе место занимает Дарья Красилева, спортсмена Артийского района, суммой 195 очков. На третьем месте Борящая Красногвардейская спортивная школа 194 очка. На четвертом Екатерина Пушкина Академия 188. На пятом Дарина Вильчик, Московская спортивная школа 185 очков. На шестом Елизавета Медина Академия 182 очка. Седьмое место занимает Алина Базелева, Московская спортивная школа 180 очков. На девятом Анна Колец, Московская школа, 178 очков. Такую же сумму после двух видов многоборья имеет Полина Лесниченко, Академия 178 очков. Результат Полины Лесниченко 10 метров 20 сантиметров. Thank you.
Герген. София Сукуршава с поддержкой Московского района, готовится выполнить попытки вмитания в секторе номер один. София Сукуршава, 10 метров 20 сантиметров. Сейчас готовится выполнить свои попытки Дарья Красилева. Спортивная школа Городайского района. Вот эта крупная попытка была. Она занимает второе место по сумме первого дня многоборья 195 очков.
Дарья Красилёва, занимающая второе место в Пуссовете. Первое дня на КП метнула мяч на 13 метров 90 сантиметров. Это лучший результат среди участниц первого потока, которые завершили соревнования медалями. Алена Смородина, Академия, 8 метров 50 Виктория Богачева, Краснодарская спортивная школа, метнула снаряд на 14 метров 20 сантиметров. Это лучший результат среди участниц первого потока. Мяч вылетает, Елизавета Бедина, Академия, занимает шестое место по сумме очков первого дня в ДКБ. Виктория Смирнова, Красногвардейская спортивная школа, метает мяч. Результат Виктории Смирновой 11 метров 20 сантиметров. Татьяна Корсакова, Академия, метает мяч. Татьяна Корсакова, Академия, метнула снаряд в лучшей попытке на 15 метров. Это лучший результат. Спасибо.
Кадетская академия. Кадетская. Лена Зиска, это Академия Лучшей Попытки, и нам начал мяч на 11 метров 60 сантиметров. В цикле номер 2 завершаются соревнования «Медалиста лета» среди девушек 2006-2007 годов рождения. Thank you.
сейчас уже 600 метров, поэтому... метров 30 сантиметров, 12 метров 60 сантиметров, это результат инертозии академии, и 11 метров 40 сантиметров, результат лидера в многоборье среди девочек 6-7 годов рождения после первого дня 4 боря Полины Фоминых, академия, 11 метров 40 сантиметров. К старту в заключительном виде многоборья, бегу на 600 метров, готовятся девушки 2008.